Сумие – вид живописи, в котором используется преимущественно черный цвет. И сегодня посетители мастер-класса японской художницы попробуют освоить основы этого художественного стиля. Ватанабе Чонто в своем творчестве сочетает традиции и современность, создавая свой собственный рисунок с помощью кисти и туши. Монохромный мир оживает, создавая причудливые образы, в которых угадываются птицы, животные, люди и даже роботы. Художница настаивает, живописью Сумиэ может начать заниматься любой. Все, что для этого нужно – тушь, специальная каменная чернильница, кисти и бумага. Сумиэ в основном отличается тем, что в этом искусстве нет ярких цветов, только присутствуют черные и белые цвета. Но при этом очень хорошо передает все чувства человека, которые он хочет донести. Есть разные направления в этом искусстве. Например, очень часто используют градацию. И в этой градации тоже есть разные оттенки, правда, черного цвета. Культурный обмен, дополняющий экономическое сотрудничество с Японией, дает возможность ульяновцам познакомиться с традициями и нравами Востока ближе, чем когда-либо. В Ульяновске пройдет несколько мастер-классов, и мы очень благодарны госпоже Чонто, что она согласилась поехать в Димитровград. Завтра там будет мастер-класс для димитровградцев на территории креативного пространства «Горизонт». И мы надеемся, что вот общее количество людей, которые познакомятся с этим искусством, ну, больше 100 человек на территории Ульяновской области. Необычные уроки, концерты, мастер-классы – неотъемлемая составляющая культурного обмена, который, к слову, не может проходить в одностороннем порядке. Только в прошлом году Ульяновский государственный академический симфонический оркестр со своим выступлением объехал 6 городов страны восходящего солнца. Валерия Чурова, Иван Демидов, репортер 73.